Всем привет! Футбольный клуб «Тамбов» прибыл в город Краснодар, где завтра в рамках очередного тура первенства ФНЛ сыграет с местной Кубанью. В данный момент мы находимся на стадионе краснодарского клуба, где наша команда проводит предыгровую тренировку. Настроение очень хорошее, идеальное поле, хорошая погода, неплохая для футбола. Вот. Хороший стадион. Мне кажется, должна игра быть хорошей, интересной, такой, продуктивной. Поле позволяет съедать. Я думаю, будут голы. Надеюсь, мы победим. Я приезжал сюда с Брянском, но не выходил, не играл. Мы здесь, конечно, уступили Краснодару на то время. Вот. Хорошая атмосфера была, понравилась. Надеюсь, это также будет.